Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Лаковый и добро пожаловать на прохождение GTA San Andreas. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра. Проходим очередную миссию. Эй, Карл, я нашел еще две тачки из списка. Они находятся в выставочном зале на другом конце города. Пошли, заберем их оттуда. А, мне всегда нравился твой подход к таким вещам. А, вот теперь я понял. Из списка, он сказал. Хорошо, у нас, короче... погнали, надо забрать эти колеса. На чем? У нас есть, короче, список, как в GTA Vice City был, помните? Который нужно было доставить. Только там украсть просто по городу. А тут именно миссии. Где эти тачки? Знаешь, мне нравится это место. Какое место? Сан-Фьеро, чувак. Мой дом всегда будет в районе Эль-Корона. Но этот город, в нем есть что-то особенное. Да, я понял, что ты имеешь в виду. Знаешь, похоже, что Кендалл тоже здесь все нравится, а? О, да, она действительно с головой погрузилась в этот бизнес. Это хорошо, она всегда была мозговым центром в нашей семье. Она могла выйти из гетто и сделать что-нибудь без посторонней помощи. Такое чувство, что она собирается сделать что-то без нашего участия. Да, теперь она мать в нашей семье. Эй, а кто этот парень? Праведник Холмс. Не думаю, что он такой же нормальный, как и остальные. Просто он видит мир немного по-другому, вот и все. Поначалу я думал, что он еще один хипованный фруктовый пирожок. Но то, что он говорит... Ну не знаю, чувак, ну не все же, что он говорит, чушь. Эй, ты что, хочешь стать охотником на пришельцев, Холмс? Если так, то я знаю, к кому обращаться. Кстати, прикольная тачка. Не быстро и управляется вроде ту-ту-ту. Это здесь, Си Джей. Тачки находятся на втором этаже. Что? Как мы их оттуда достанем? Как сядем и поедем просто. Я могу вам помочь, джентльмены? Да, ты можешь нам помочь. Если пойдешь, поможешь какому-нибудь другому ублюдку. Да, это хорошая идея. Хорошо, Си Джей, пора ехать. Игра называется «Следуй за лидером», поэтому не отставай. И ключи, конечно же, были в машинах или они там. Ох, ты просто маньяк. Зажигание замкнули. Эй, Си Джей, эта авторация работает? О, господи, да, твой голос слышен громко и отчетливо. Давай, Си Джей, посмотрим, сможешь ли ты тягаться с Сизером Виллиапандо. Обгони трамвай на холме. Это просто кусок шоколадного пирога. Ты обманул меня. Ты в другую сторону поехал. Чувак, это рэпчик, зачем ты... Этот водитель трамвая должно быть обсирается от зависти, Холмс. Эй, зачем он виляет? Привет, копы, почему так долго? Куда он поедет? Ауч, ауч. Тут эй, Сиджи, смотри сюда, нитро! Че, у нас нитро есть? О май гад, рыбал. Серьезно, нитро. Отключись. Как? За мной, вниз по холму, Холмс. Тихо, стой. Как отключить нитро? Как отключить нитро? Остановись, нитро. Ух, все, закончилось. Чересчур быстро было. Excuse me. Хорошо, Сизер, хватит дурачиться. Давай доставим эти тачки в гараж. Хорошо, Сиджи, эй, я знаю короткий путь. Привет, копы, вы снова за нами, идиоты. С дороги нахуй. Вот куда он поедет? Вниз? А теперь куда? Еще вниз. Срань господня! Блять, Холмс, ты это видел? Может, подумаем о том, чтобы вернуться? До того, как я превращусь в барбекю в этой тачке? Так и быть, Холмс. Думаю, мы оторвались от них. Сюда, здесь короткий путь. Опять копы! Жми назад, Холмс! Назад!
Я бы давно приехал бы. О, господи, что тут находится? Это было круто! Встретимся в гараже, Си-Джей! Я первый, ха! Тачку битая, короче, приехала. Отлично, замечательно. Лайк, подписка, коммент. С меня видосик, не болейте, не чихайте. Всем хорошего настроения и всем пока.